моя Кейзетландия. Новые герои появляются в стране, важные события освещают на ТВ. Шоу-бизнес процветает, у нас как никогда, на тоях зажигают звезды до утра. Правдивые открыты, что видят, то поют, и любую новость, если надо, обсмеют. Красивые девчонки живут у нас в стране, бросают зоркий взгляд на ваши портмоне. А кто-то плохо спит, его мучают кошмары, при этом есть игру, отдыхая на Канарах. Разные герои скучать нам не дают, многие порой себя в них узнают. Веселая страна, мое сердце с тобою навсегда. Это песня для тебя, любимая моя Кейзетландия. А это самый рейтинговый канал Байбулакского района Аулбай ТВ. И его ведущий — выпускник ветеринарного училища мистер Каймак. Так, все, готовы, да? Ой, хватит сегодня, я Барсу потом воспишу. А Кибакахис, в общем, камеры включим, будем это, да, снимать. Итак, все, приготовились, работаем. А, добрый вечер, дорогие телезрители нашего любимого канала Аулбай ТВ. С вами снова ваш покорный слуга, самый лучший ведущий на нашем канале, причем единственный ведущий, мистер Каймак. Аулбай ТВ и мистер Каймак. Ой, спасибо, дорогая жена. Ой, извините, просто это... Хорошо, мы продолжаем. И начнем мы, естественно, наш эфир с очередного выпуска новостей на нашем канале. Новости на... Новости на Аулбай ТВ. Спасибо. Итак, новости. Новости политики. Вчера председатель нашего совхоза Байбулак Амангельди Тинтеков вернулся из столицы Великобритании, из города Лондон, дегендей, куда он отправился с официальным визитом для встречи с королевой Англии. К сожалению, по его словам, встретиться с королевой у него не получилось, вы же так сказали, да. Но зато он смог навестить своего сына, который учится там уже 3 года. Пользуясь случаем, он передал ему деньги, хазы и варенье. Новости спорта на нашем канале. На прошлой неделе в Алматы был задержан чемпион нашего аула по боксу Равельбек Файдер. Как заявляют задержавшие его полицейские, после того, как наш спортсмен проиграл свой бой против алматинского боксера, он подкараулил его у раздевалки, отпинал и забрал мобильный телефон. Это уже 5-й случай и 5-й телефон, который отбирает наш боксер у своих противников. Новости культуры. Концерт Дженнифер Лопес, который должен был состояться на следующей неделе, и на который, между прочим, мы все скидывались по 1000 тенге, к сожалению, отменяется, так как известная американская певица заболела. Но зато вместо нее у нас выступит звезда нашего аула, то есть соседнего аула Шверек, Айжамал Бахырбекова, со своими новыми песнями «Ай, колым ауырып жатыр». Итак, это были все новости на нашем канале. Новости на Аулбай ТВ. Спасибо. Мы продолжаем наш эфир. И сейчас, конечно же, в эфире программа «У нас в гостях». У нас в гостях на Аулбай ТВ. Ну и сегодня у нас в гостях супергость, сенсационный гость. Впервые в нашей студии председатель нашего совхоза Байбулак, профессор нашей местной академии наук Байбулакского района Амангельди Этентеков. Я еще компьютерные курсы закончил. Да, извините. Обладатель, сертификата об окончании компьютерных курсов в городе Алматы Амангельди Этентеков. Добрый вечер, ага. Салам алейкум. Спасибо, что пришли к нам в студию. В студию? Я думаю, это юрта. Это у нас просто такая студия. И сразу давайте перейдем к первому вопросу, который интересует многих жителей нашего аула. Просто так хотелось бы спросить. Скажите, куда были потрачены 20 миллионов тенге, которые были выделены на развитие нашего аула областью? Как куда? Что за вопрос? Вы же только что сами сказали, на развитие нашего аула. Нет, я понимаю, конечно, я вам верю, отвечаю, да, никаких сомнений. Просто такой вопрос, а куда именно были потрачены деньги? На что вот? Ну хорошо, давайте посчитаем. Вот было 20 миллионов тенге. Ну? Вот, значит, 3 миллиона потратили на посадку новых деревьев. Так, деревьев. Ну там саженцы, там, то все. Ага. Так, 5 миллионов тенге
потратили на строительство новой бани. Ага. Вот. Я даже свой домашний участок для этого выделил. А, да-да-да. Вы туда ходите, да. Ваша семья, остальных не пускает. Так. А, ну и ладно. 6 миллионов тенге выделили на покупку две машины Нива для районной администрации. А, ну вас и ваш вот этот братишка есть. Да-да-да. Вот, 7 миллионов тенге потратили на концерт, который был в прошлом году. А, да-да-да. Звезды, да, приезжали? Звезды приезжали, много звезд. Вы же помните? Да-да. У моего сына тогда свадьба была еще. Да-да-да, там только ваши родственники были. Да. 7 миллионов тенге потратили на пенсии, зарплаты, там, все такое. Понятно. Скажите, вот было 20 миллионов, только что мы с вами считали, и там получается, так, 3, 6, уже 28 миллионов. А откуда вот это вот? Да? Вот видите? Я от себя добавил еще деньги. От себя лично. Для развития нашего аула Байбулак. Ага, понятно, понятно. Вот. Спасибо большое. Ну и хотелось бы еще задать такой вопрос. Скажите, а что вы собираетесь сделать новое в нашем ауле Дегенди? Ну, у нас есть один такой грандиозный проект. Мы будем строить Диснейленд. Диснейленд? Это же очень дорого. Ну, если не получится, еще одну сауну построим. Для себя. Ой, ладно, извините, да. Это была шутка. Ну, и такой вопрос. Что вы скажете по поводу подорожания хлеба в нашем ауле? Вы знаете, я вас заверю. В этом году цена за булку хлеба увеличиваться не будет. Будет уменьшаться булка хлеба. Спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня в эфире нашего канала Улбай ТВ в гостях у нашей передачи «У нас в гостях», так она называется, был сам председатель нашего совхоза Байбулак, почетный профессор Байбулакской академии наук Амангелды Тендеков. А, да, еще обладатель сертификата по окончанию компьютерных курсов в городе Алматы. Да, вот это очень важно. Спасибо большое, ага, что пришли. С вами был Аулбай ТВ. Аулбай ТВ. Кажется, нас закроют. Ага, просто вопрос не я составлял. Серьезно, этот редактор, он постоянно вот такие подставить меня хочет, вопросы такие придумать. Серьезно? Да-да-да, я его адрес там, я его вообще его давно надо в милицию сдать. А алкаш еще, между прочим, мне кажется. Его муж. Эй, агай. Любимая моя Кейзетландия. А это наши старые знакомые, девушки-чайки Марго и Жанель, которые мечтают о богатых женихах, ну или хотя бы погулять на халяву. Чё, Жанелька, подружка, рассказывай, чё нового? А, кстати, чё тут пацан, чё, было чё? Какой, вот этот Серик, что ли? Ну? Да пошёл он вообще. Короче, этот Серик мне такую тему прогоняет. Давай поженимся туда-сюда, я тебя хочу со своей мамашкой познакомить, кининкой будешь. Я ему говорю, ну давай, думаю, все, дело в шляпе, думаю, пацанчик все в кармане. Думаю, все, там, поженимся, все в шоколаде будет. Короче, пришли к нему домой, типа, познакомиться. И тут как будто бы случайно, прикинь, типа, у его братишки днюха там, родственники аулдан приехали, то все. И его мамашка говорит, ой, это наша Келинка будущая, ну-ка давай мы тебя, типа, проверим, короче. Я там с утра до вечера, прикинь, вот этот двор подметала, кушать готовила, за его этими родственниками аулбайскими там ухаживала, там туда-сюда посуду мыла, все это сделала. И в конце, прикинь, мне что говорит эта женщина, ну его мамашка, она говорит, ну вообще-то мы думали другую жену для своего сына, мы думали, ты будешь блондинка, а ты какая-то шатенка, прикинь. Кидала вообще на ровном месте, блин. Труба, ужас, я им сказала, вы запарили, это уже 50-й случай, когда меня так кидают. Слушай, ну так не делайте. Вообще беспредел, вообще, ну дура, конечно, сама, но, блин, так лохануться, блин. Слушай, ну надо иметь это в виду, что так делают. Прикинь, мне все говорят, что у меня маленькая грудь. О, интересно, как они это заметили? Их же вообще не видно. Блин, ты чё, Жанелька, прекрати так шутить. Да ладно, чё, это шутка же. Ты лучше туда посмотри. Опять эти приперлись колхозные чайки, блин.
Сидят, как ни в чем не бывало, а? Слушай, бесят они меня, кобылы. Они эту воду с утра фигарят, я заметила. Что-то они не врубаются вроде, что это наш ресторан. Пойдем, объясним им, кто здесь кто. Так, товарищи курицы, я что-то не поняла. Я кому-то что-то плохо объяснила, что ли, в прошлый раз, а? Я же сказала, чтобы я вас больше здесь не видела, а? А вы что, этот ресторан купили, что ли? Я ты, ниндзя-черепашка, вы что, плохо всасываете? Я не поняла. Ты, Фредди Крюгерша, ты вообще заткнись. Ты овца, блин. Тебе сейчас череп проломлю, понятно, блин? Вы что, берега попутали? Не надо пинать. Я вас двоих сломаю, понятно? Кобыла, конский волос поправь свой. Слушаешь ее, Жанелька, Все, успокойся, Жанелька, не надо. Все, успокойтесь, Жанелька, успокойся, милиция. Ты сядь. Какая милиция, все ровно, нормально, все. Заява. Мировая, какая заява, официант, все, занимайся своим делом. Бумажки, официант, все, работай, занимайся своими делами. Все, короче, успокойся, мировая, вон тех вот бандитов зацепили, и все, будьте счастливы. У них бабок нет. И они, походу, ментов сейчас вызовут. Да, алло. Алло, здравствуйте, это Березет Хилтон? Да, это Хилтон. Вас беспокоит один известный режиссер казахстанский. Марик зовут меня. Марик, очень приятно. Да, Марик Фарипов. Я, в общем, увидел вашу фотографию. Вы очень интересная женщина. В интернете я нашел фотографию вашу. И хотел бы пригласить вас на съемки одного фильма. Как вы смотрите? Ну, я была бы очень рада. Нам как раз такие колхозные рожи не хватает, поэтому мы думали показать эту аульскую красоту в нашем фильме. Ну, да, конечно. А у вас есть какая-нибудь подруга с крысиной мордой? Ой, с красивым лицом. Да, есть и... Да, очень даже, да. В общем, мы снимаем фильм. Фильм про путешествие. Про путешествие. Называется «Поезд во Владивосток». О, это классно. Кажется, приключенческий, да? Конкретный фильм, вообще нереальный. Сценарий сам написал. В общем так, давайте, съемки уже начались. Сейчас приезжайте на вокзал Алматы-1, срочно. Ага. Да, в 4 часа отходит поезд. Забегайте, там все актеры приготовились. Камеры мы спрятали, хорошо? Ага, хорошо. Забегайте. И вот в плацкартном вагоне мы до Владивостока снимаем весь фильм, как вы едете туда. Хорошо? Да, понятно. Только обязательно. И эту крысу с собой. Подругу возьмите, она будет играть с вами тоже вот в одном фильме. Ага, хорошо, понятно. Хорошо? Понятно. Ладно. Там все актеры обучены, так что ни на кого внимания не обращайте, все это по сценарию, ладно? Ага. Как вы в Владивосток приедете? Ага. Ага. Оттуда мне позвоните, хорошо? Да, хорошо, я поняла. Давай. Ага, хорошо, пока. До свидания. Кто это? Это один режиссер, нас приглашает на фильм. Вау, а куда? Не знаю, короче, сейчас нужно на Алмату-1, короче, чухать и потом во Владивосток. Поехали. А там окорочка будут? Будут, копченые, пошли. Давай, Жанелька, блин. Опять ты их проучила. Так им и надо. Владивосток. Любимая моя Кейзетландия. А это группа Backstreet Toy. Группа, которая выступала на 24 853 свадьбах за прошлый год. Backstreet Toy, hurray! Backstreet Toy. И мне этот шейх, значит, говорит: братан, как вы танцуете, а? Как вы танцуете, я говорю. Нормально не могут танцевать, да? Я 50 раз показывал, как танцевать, все равно не могут, а? Кстати, познакомьтесь, это моя джингишка Джульетта. Так не смотри, на него так смотри. Нормально танцуйте, будете плохо танцевать, я вам устрою. Понятно, Скажите, а этот, когда мы на Евровидение поедем? Вы же обещали, что если мы бесплатно 5 свадеб и 8 сундетоев отработаем, то вы нас отправите на этот конкурс. Я не понял, ты что, диджей, меня обвиняешь, что я вру, что ли?
Я сказал, значит, поедете на Евровидение. Поняли? Короче, в этом году от Казахстана на Евровидении выступает группа Backstreet Boys. Так что вещи собирайте. Евровидение будет на следующей неделе, в субботу. В этом году, кстати, Евровидение будет проводиться в городе Шымкент. Там в одном тойхана у Бауыржана, тойхана называется. Короче, в этом году концепция у Евровидения будет казахский той. Ну там креативщики, сами понимаете, им надоело вот так все там пафосно проводить туда-сюда. Решили минимализм сделать. И, короче, концепция будет казахский той. Все жюри, их будут называть худалар. Их загримируют под казахов. Все сейчас специально обучают казахский язык, уже год учат специально, чтобы вот такой концепции сделать. И как будто бы там будет свадьба, понимаете? Но это Евровидение. Понятно? Поэтому хорошо там выступать. А я слышал, что Евровидение в Азербайджане будет. Ты что, самый умный, что ли? В Азербайджане будет. Опять телевизор смотрел? Сколько раз говорит, телевизор не смотреть, журнал, газет не читать. Будешь умничать у меня, я верну тебя туда, откуда тебе взял. Понял? Он в подвале пьяный лежал, я его за волосы лично тащил. Хозяин. Че? Я хочу с группы уйти и опять на стройку вернуться. А там басы-то на стройку вернешься, понял? Почему? Ты моя собственность. Повезло тебе, телефон звонит. Так бы я тебе сейчас... Алло! Да? 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 Ой, ага, здравствуйте, да? Нормально все? Нормально, конечно. Да-да-да. Хорошо, когда? Послезавтра, да? Хорошо. Хорошо? Конечно. Ну, как обычно. 4000 долларов. Угу. Хорошо. Все. Так, короче, есть новый заказ. Послезавтра один агашка из Астаны прилетает. Надо будет там выступить. Платит 4000 долларов, но это каждому по... Так, давай, Джульетта. 4 разделить на 4. Так, короче. Каждому на... Вот 100, AJ 100, поздравляю, тебе 100, тебе 100, так, сколько там осталось, так, на, это тебе, на, Биркин себе купи сумку, хорошо? Эй, молодчан, так, вот это подержи, так, хорошо выступите, в общем, там закрытое мероприятие, такой агашка, фамилии не буду говорить, в общем, выступите, надо песню спеть про любовь агашки, понимаете? Вот, иди сюда. Понял? Хорошо спойте. Если хорошо споете, еще премию дам сверху. Понятно? Каждому по 3 доллара дам. Тебе не дам, ты хотел убежать. Понял? Давай, нормально выступайте. А мы пока с Джульеттой поедем, там билет надо выкупать на Маврики. Ну, Маврики это сзади с хазгами. Давай, до свидания. Кеттик, давай. Ну что, пацаны, давай репетировать. В общем, задача ясна. Всем агашкам и их половинкам посвящается. Брайан! Бир, ики, уч! Камон, не гитляр! Камон! Ты из Астаны приедешь, я приготовлю бешек ты. Скажешь мне ботаханом я, отвечу тебе мой жаном. Сегодня мы с тобою поиграем в любовь. То калочкой своею ты меня назови, Бентли купи и бриллианты дари. А если ты часики купишь тик-так, то ты можешь меня любить просто так. То калочкой своею ты меня назови, а потом обмани, постану ты свали. Бриллиантовые часики смеются тик-так, то калочкой твоей была не просто так. А это Маке. Уникальный человек, который плохо спит, но хорошо живет. Ну, салам алейкум, Маке. Я о Цаке, помните, по поводу салона красоты? Да, что-то припоминаю, да, что-то было, да. Ну, в общем, я хотел открыть свой салон красоты. Ну, в чем проблема? Открывайте. Но чтобы мне открыть свой салон красоты, нужно закрыть другой салон красоты.
А, да, я вспомнил, да. Там это, да, на одном месте, да, два салона, понятно. Круто. Ну, я этим вопросом занимался, я там узнавал. Там люди тоже нормальные, серьезные работают, документы у них там нормальные, поэтому это очень сложный вопрос. Но если постараться, конечно, может быть, получится выявить какие-то у них нарушения там и так далее, но это все не очень просто. Хо-хо. Макин, может быть, вы выявите вот так вот какие-нибудь ошибки? Нет, я говорю, только так. Там надо хорошо смотреть, надо прям вглядываться, присматриваться. Это, сами понимаете, это все время, это все люди. Нет. Только вот. Ну, хорошо, Маки. Но я уверен, что у вас качество лучше будет. Надо давать вам развиваться. Молодцы вы. Донерно открываете, салон красоты открываете. Молодцы, да? Кстати, я в Анталию поеду. Ну, хорошо. Этот... Постараемся, конечно, что-то придумать. И решим ваш вопрос положительно. Жанна, что с тобой? Что случилось? Ой, не спрашивай лучше. Ай, молодец. Ай, молодец. Надо обязательно барана зарезать, поняла я? Конечно. Скажи водителю, французский баран пусть купит, хорошо. Хорошо. Зарезать, ё-моё. Ой, не спрашивай, я ужасно совсем опять. Это кошмар, это вот, ё-моё. Дорогой, ты не забыл, мы завтра в Монако улетаем. В смысле Монако? Зачем? Как зачем? Сыну сундитой справлять. Вы что, не можете в Казахстане с сундитой справлять? Нет, все так делают, дорогой. Нужно в Монако, только там. Ой, ладно, черт с ними. Кстати, ты чего вот эту шубу, второй день носишь, что ли, бабища? Ну, да. Ну да, ты что меня перед соседями решила поговорить? Быстро с ними, быстро, ваул это, ваул, быстро. Я вам дам, сказал больше двух дней, ничего не носить. Ой, все, не бойтесь, я просто поругал, папу поругал, папа сейчас нормально. Давай, Фокс, давай, Фокс, я сейчас Фокс покажу. Что это я? Что это за деньги, а? 500 тенге. А что, 500 тенге бывает, что ли? Не бывает, я не видела. Ничего себе, что делать-то? Этот Аташка что делает? А 100 долларов. Молодец. Братан, у меня такой много, можешь 500 тенге наоборот сделать мне потом, да? Дай ему там этот цифр. 500 тенге лучше, да? Что он сделал с ними? Вот такой я много же. Ай, молодцы, я мен токалочка. Любимая моя Кензетландия. А это самое популярное шоу «Айтыс Стар», в котором соревнуются лучшие акыны мира. Ну что ж, добрый вечер, курметты ханым дармен мырзалар. Мы начинаем «Айтыс Стар». Сегодня на нашей сцене встречаются представитель Китайской Народной Республики Ху Цзиньцю. Поприветствуйте! Ну и, конечно же, нашу сторону –
представляет мастер, профессионал своего дела, семикратный чемпион по айтысу Кызылординской области, тяжеловес Асылбек Кадырович! Поприветствуйте! Ну что ж, наши акыны готовы. Объявляется первый раунд. Приветствие! Ну что ж, раунд приветствия открывает представитель Китая Ху Цзиньсю. Прошу. Нихао Куцай, вас приветствует Китай. Вот освоил я дамбру, много лет я тут живу. Здесь я многому учусь, я надолго задержусь. Нравится ваша земля, здесь не голодаю я. Вид на жительство получу и всю свою семью сюда привезу. Буду земли ваши покупать и там рис выращивать. В Китае вещи буду брать и на барахолке продавать. Ух, как здесь я заживу, Казахстан я так люблю. Ацуцай-яй! Ай, моя очередь, поехали! Я даже не знаю, с чего начать. Не хотелось бы тебя сразу огорчать. То, что китайцев давно тянет сюда, помнит наша казахская история. Существовала когда-то Джунгария, но к ним приехали из Китая друзья. Теперь Джунгарии на карте нет. Нам этого не надо, үлкен рахмет. Но вашим ученым низкий поклон. У вас уже есть 5-й айфон. Модельеры и дизайнеры, у вас высший класс. Весь мир носит китайский абивас. Абивас, ой, абивас, ой. Ну что ж, ваши аплодисменты. Отлично поприветствовали друг друга наши акыны. Объявляется второй раунд. Состязание! Ху Цзиньсю, прошу. Почему в Казахстане не любят нас, особенно Шымкент и город Тараз? Ненавидят нас в Караганде, зато любят нас в Ахтубе. Мы же вашу экономику хотим поднять, для этого нам нужно вашу нефть добывать. Мы скупаем в Казахстане все, мы же платим вам то, что. Давайте мы будем мирно жить, на вашей земле детей растить. Пустите нас в свой огород, ведь казахи и китайцы братский народ. Ацуцай-яй! Сейчас я тебе покажу. Поехали! Про братский народ ты, конечно, загнул. Сказанул и даже глазом не моргнул. Хочешь казахом-братом быть хитрец, но у нас по-любому шире глазной разрез. В Пекине Олимпиада проходила когда? Золотых медалей вы нахапали тогда. Китайский боксер чемпионом стал. От такого результата даже Тайсон офигевал. Казахстан очень гостеприимная страна. Приезжайте в гости, но возвращайтесь домой всегда. И мы будем в гости к вам приезжать. И в Урумчи мебель домой покупать. Покупать, ай, хай, хай. Ну что ж, сразу видно, что к нашему акыну за словом в карман не полезешь. Ну что ж... Объявляется третий раунд. Резюме!
ладно, казах, не жадничай, брат, ведь на 100 человек на один квадрат. А у вас все равно пустует земля, пустите нас и зацветут поля. Будем мы на вашей земле жить и кучу денег вам за это платить. И будет и нам, и вам хорошо. Будем жить, как в американском кино. Ацу-цай-яй! Ай, мой ответ! Поехали! Ладно, китаец, что мне спорить с тобой? Я же акын, мы народ простой. Но ты, китаец, никогда не забудь, на нашей земле у вас один лишь путь. Если будете здесь винаглеть, мы, казахи, не будем долго терпеть. Нас 15 миллионов, а вас 1.5 миллиарда. Но, по сути, это такая фигня. На одного казаха 100 тысяч китайцев. Это как на волка 10 зайцев. Мы, казахи, народ терпеливый, но это, поверь, друг, только лишь с виду. Так что бизнес-жермыз-де-бржерн-де-кыз. На этом я завершаю айтыз. Ну что ж, дамы и господа, и сейчас по аплодисментам мы определим, кто же был лучший в этом состязании. Аплодисменты представителю Китая Ху Цзиньцю. И аплодисменты представителю Казахстана Асылбек Кадырович! Асике, поздравляю вас! Восьмикратный чемпион! Вау, привет. Можешь познакомимся? Давай, меня Ляска зовут. Меня Глеб зовут. Меня Переза. Очень приятно. Срочно требуется доярка. Нету объявлений. Тебе надо было здесь говорить, Албай ТВ, кажется, на закрой. Давай концовку еще раз. И сегодня у нас в гостях сенсационный гость, известный... Я третью серию читаю. И, короче, там этот мне говорит, ты... Любимая